Доброе утро всем. Вот отправился мой Саша в свою первую поездку. Так, черника, конечно, должна наблюдать за ним. Черничка. Привет, красота. Привет, да молодец, передала привет. Ну, давай пойдем за Сашей следить. На первый, похоже, едет. Пока разбирается со скоростями, похоже. Все, эгэгэй, помчался. Ну, пару слов для прессы. Итак, всем привет. С вами канал Катериальный выходного дня. Первое испытание, что могу сказать, завелся без проблем. Немножко проблемы. Пока не совсем, вроде смотрел на ютубе, переключение скоростей, ну вроде так понятно, куда что делать. Ну не совсем получается? Ну да, немножко, как бы, ну, там так мужики говорят, что вроде, пока приловчишься. Вот хочу к соседу в гости съездить, поставить, нарисовать шашечки такси. У него там дорога стрёмная, по траве. Ну да, кстати, да, надо сказать, что вот пробовал по глине, где была насыпная. Ты уже все колеса забил глиной. На какой-то скорости не шло, на какой-то выехал. И по траве, где трава мокрая, и где была разница в колесах по уровню, то одно крутило, второе буксовало. Ну сейчас такая погода, все вверх отпустило. Тут не самое время для испытаний. Ну, наоборот, в экстремальных условиях. Начинать с худших условий. Но, как мне говорит мой друг Андрис, когда тренируемся на гипсокартон, дать самые плохие шурупы тупые, самые плохие инструменты, и пускай на них... Хорош, конечно, хорошими дурак прикрутит. И пускай на них учатся. Вот поэтому тоже надо испытывать все на таких экстремальных условиях. Ну ты спал сегодня ночью? Спал, баня меня свалила. Потом биатлон свалил, усыпил. Спал. Вот сейчас заправлю. Надо немножко прицеп там поравнять. И поеду в гости. Соседу. Вот я так понимаю, еще есть подножка. Мне так кажется. Угу. Я так вчера рассмотрел, что там есть пружина. Не знаю, сколько он по щёп лезет. Литров 5, наверное. Надо будет так, посмотреть. На скидку. Вот он еще есть. Молодец, продавец. Не жадный. Не жадный, да. Пару слов о продавце. Вчера скидку сделал. Привез в честь подарка. Юра, тебе спасибо большое. Бесплатно привез, бесплатно, да. Привез, да. Это получается где-то примерно порядка 40 километров в одну сторону было. Даже, может, больше. Поэтому большое спасибо. Вчера, кстати, были комментарии тоже тут наши местные, что тоже люди ищут такие агрегаты. И некоторые даже его видели в объявлении, но почему-то не клюнули. Поэтому каждому свое. Ребята, дорогие подписчики, всем спасибо за поздравления. Все, кто разделил нашу радость. Мальти, что вы делаете? Меняю масло. Меняли двигатели, сейчас редукторы. Механик приехал? Механик, ладно, приехал, конечно. У вас тут столько канистр всяческих. Механик знает. Какие гайки откручивать, каким ключом. А кто такой маленький красивый? Ты такой я красивый маленький. Ай, маленький красивый. Да, Леша, все. Ну, все.
Сейчас будет аттракцион. Будут детей катать. Надо катать, да. Такой мотоблок МТЗ-09H 2007 года выпуска, вместе с прицепом вчера взяли, остальное оборудование придется докупать еще, плуг, фрезу и так далее. Сегодня было техобслуживание, поменяли, приехал племянник, поменяли масло в двигателе, поменяли масло в редукторе. Подкачал колеса, было мало воздуха. Съездил два раза в гости к соседу уже. Обещал его покатать за деньги. Он тебе не подарил ничего? Обычно, никак. Когда машину покупаешь, эту вонючку. Он мне подарил. Вонючку дарят тогда. Кусок прута я у него заказал. Ага. Не надо, здесь немножко сломано сделать будет, чтобы закрывался багажник. Вот. Вот такой аппарат. Очень доволен, очень счастлив. Уже, в принципе, не боюсь. Уже на четвертой скорости. Даже катал племянника здесь с сыном вместе на прицепе. Так что вот такой новогодний подарок мы сами себе сделали. Всем пока. До новых встреч. С вами был канал «Хуторянин выходного дня». Покупайте себе подарки. И всем здоровья.